Всем привет! Сегодня я приготовлю суши-бейк. Первым делом в сито насыпаем рис и промываем его. Промытый рис высыпаем в миску, заливаем водой, накрываем крышкой и варим до готовности. Пока рис варится, готовим заправку. Для этого в стакан наливаем уксус. Всыпаем сахар, соль. Добавляем немного воды. И перемешиваем до растворения сахара. Потом в готовый рис выливаем заправку. И хорошенько все перемешиваем. Затем готовим начинку. Для этого в миску отправляем крабовые палочки, икорную пасту, острый соус, майонез. Натираем немного сыра и хорошенько все перемешиваем. После чего в форму для запекания отправляем рис и равномерно распределяем его по дну. Рис поливаем терияки соусом. Посыпаем мелко нарезанными нори. Кладем начинку. Натираем еще немного сыра. Посыпаем кунжутом и отправляем в духовой шкаф разогретый до 250 градусов на 7 минут.